Добрый день, зрители нашего канала. И как мы обещали вам, кто сегодня рассказать по поводу, вот смотрите, если вы посадили очень рано, то есть это высадка произошла, то есть зимнее время, когда света для огурцов не хватает, и он у вас начинает вытягиваться, междоузлие бывает он под 50 сантиметров, да, то есть листья начинают уменьшаться, обратите внимание на несколько вещей. В первую очередь надо его присадить. То есть присадить в первую очередь можно как? Во-первых, опрыскивание таких одних из стимуляторов, как циркон, там, потом этамон. Они хорошо присаживают растения. Это первое, что надо сделать. Второй момент. Это в два раза больше давать корневых стимуляторов, чтобы растение, само растение сформировать на рост, чтобы оно больше росло на корни. Потому что в данном случае у вас растение вытягивается, а корни отстают. А нам надо, чтобы корни росли даже, может быть, небольшим опережением. Поэтому корневые стимуляторы дополнительно даем в корень. Третий момент. Вот обратите внимание на листья вот такие, да? Это, вот третий момент, это был фунгицид. В данном случае Амистар Экстра. То есть слегка надо фунгицид, не совсем мягкий, а только слегка притормаживающим эффектом. Но в полдозы. То есть не в полную дозу, как вы летом даете, а в полдозы. Можно раз дать, да, вы посмотрели. Потому что мы помимо этого даем циркон. Там этамон у кого что есть, да, то есть дали, посмотрели, да. Если пасмурно, не спешите второй раз давать. Очень важный момент, надо дождаться, пока день-два солнце выйдет. Когда солнце выходит, в растении это все начинает активнее взаимодействовать, и после солнца он может резко сесть. Потому что бывает пасмурно стоит, там 5-7 дней, люди два раза дали, передоз пошел, потом он сел огурец и очень долго оттуда вытащить. То есть вначале дали половину, дождали, солнце вышло, оно немножко присело. То есть нам не надо его посадить конкретно, нам его надо слегка присадить, чтобы вот, смотрите, видите, междоузлие, да, даже вот лист мелковастый, да, но междоузлие все равно короткий. Очень важный момент, то есть все равно, еще один момент, это фосфорное питание. Лист верхний начинает активно мельчать, это отчасти говорит о том, что фосфорное питание ослаблено. Ослаблено в первую очередь из-за того, что корневая система, во-первых, а, слабая, б, соответственно, в холодной почве, то есть фосфор это элемент из один из самых трудноусваиваемых, да, при температуре не меньше 15 градусов на огурцах он усваивается очень плохо, тем более когда растение в стрессе, поэтому обратите внимание на именно фосфор в питании дополнительно, то есть не надо его много давать, можно просто дополнительные стимуляторы давать, да, которые усиливают фосфорный обмен, чтобы растение лучше усваивало, потому что если вы начнете много-много фосфора давать, он может пойти за фосфатчик и пойдет тоже в минус. На этом спасибо. До свидания.